очередной номер на премии Муз-ТВ 2019. Что можно сказать о Филиппе? Мы уже много говорили о Филиппе. Это вообще человек, творческий порыв которого практически невозможно остановить. Хотя кое-кто пытался, правда, Максим? Ну что ты. Невозможно, даже силам природы это не дано. Например, недавно во время большого гастрольного тура Филиппа из-за снегопада остановились поезда, а у него концерт в Красноярске. Что же сделал Филипп? Просто пошел пешком по рельсам. Посмотрите, какое фото он разместил в Инстаграме. Вот так вот, на Красноярск, понимаете? Ну, я думаю, Филипп не понаслышке знает, как жесток снег. Хотя, мне кажется, просто он загрузил все свои вещи в поезд, и ему тупо не осталось места. Мне кажется, вообще он готов к пешему туру по всему миру. Как вам такая фотография? Ну, скажи, а? Оригинально. Ну, разве не ходок он? Ходок? Ходок. Белый ходок. Белый ходок. Посмотрите на Филиппа. Ну, что сказать? Нам осталось только объявить его. На сцене его светлость Филипп Киркоров и его темность Егор Крид! Сегодня мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный.